Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередной талант. Один из топовых это будет Бастион. Покажу вам, на каких героев можно его применять, что он дает и кому есть смысл его ставить. Ну, давайте так, начнем с тех героев, которые у меня есть. Вот у меня прокачаны вот такие вот герои именно с бастионом. У многих можно было бы поставить бастион, но я все-таки выбрал максимальную атаку, поставил бог войны. Ну, в принципе, об этом до сих пор не жалею. Для Рину это один из топовых талантов, так как он увеличивает не только его жизнь, но и добавляет еще атаку. Для Гаргула это тоже будет самый топовый талант, для Влада тоже топовый, для Черепа, это так, я поиздевался, ну, в определенной сборке видос есть, можете посмотреть на канале, этот талантик тоже офигенно заходит. Для Ведьмы либо Бастион, либо Ремка, либо Замедление на Архидемона, то есть три варианта на выбор есть, у нее устроенный бог войны. Ну и новый герой Фрея, думаю, вы уже видели обзоры, но для нее это самый топовый талант. Давайте сейчас пройдемся по героям, кому можно поставить бастион. Ну, тут в экспедиции будет нормально. Ну, если у вас есть шапка, нету бога войны, как вариант. Ну, это не топовый, все-таки бог войны топовый для нее. Можно поставить. Дальше. Для смерти тоже можно поставить. Бастион будет дольше жить. Фея подходит. Дальше. Варлоку можно поставить, будет более живучий. Гарпия тоже как вариант, но видите, они у меня все с богом войны на максимальный урон. Для Леди Лео ставить не надо, у нее встроенный бастион. Для Одержимого тоже, для подземок по локации бастион очень хорошо зайдет. Для Хранителя нету смысла, для Рину подходит. Некросу вместо бога войны будет тоже идеальный вариант. 60% жизни тоже немало. Также у меня был ворожай с бастионом. Офигенно смотрится на битве гильдии, на атаке. Но поставил воодушевление и, честно говоря, не жалею, потому что каменка и огненка более универсальны. Для Фрэнки можно поставить, но смысла нет, каменка ему лучше. Для Афины зайдет, для Бигфута подойдет, для этой героини смысла нет, у заклинательницы лучше, чтобы она подольше жила, это будет все-таки каменка. Фрея, Гаргул. Дракону смысла нету, Ремку лучше поставить, для капитана Дрейка, для Минотавра тоже можно поставить, если у вас особо нету выбора, на многих аккаунтах есть бастион, и, честно говоря, он не особо там отличается от бога войны уроном. Дальше уже пойдем так, ведьма, ну Аресу можно, но тоже есть, видел таких с бастионом, но я все-таки предпочитаю максимальный урон. Так, Влад Дракула, Вальтор подходит, Череп, Малыш Ник тоже подходит, для Медузы тоже подойдет, Деду Морозу подойдет, Тесси подойдет, Сердцеедки подойдет, для Анубиса, если он у вас единственный, тоже будет хороший вариант, универсальный, Ронину подойдет, Стрелку смысла нет, ну тоже как вариант. Как видите, героев
реально очень много на этот талант, потому что он универсальный. Чем он универсальный? Тем, что он на максимальной прокачке у вас будет давать 60% как атаки, так и 60% к жизни. Это немало, особенно для танков. Для танков этот талант один из приоритетных. Рунами к этому таланту можно ставить ремку, можно ставить бог войны. Все зависит от того, какой герой, на какую локацию вы будете его использовать. Давайте чисто так протестим этих героев. Именно с бастионом. Не будем особо их обвешивать, просто поставим ремочки и потестим на всех локациях. Не на всех локациях, а точнее на одной локации. Потому что его как бы особо этот талант тестить нету смысла, как и бог войны. Талант усиливает просто основные базовые характеристики героя. Ничего там он особенного, скажем так, не дает. Есть, побежали. Ну вот Рино, конечно, на него ремку смысла нету ставить, но я поставил, чтобы он сразу включился. Как видите, урона просто немерено. Давайте попробуем. Где-то так, чтобы герои были рядом. Ну вот тут вроде неплохо. Вот смотрите, сейчас он включится. Но стан не дает. Просто не дает ему сработать. Вот смотрите, раз, и все снес вокруг. Что с хранителем случилось? Хранитель просто пропал. Хорошо, следующий герой. Ведьма. Вот ведьма ударила по 430 обычным ударом. Немало, немало, я вам скажу. Может успеется еще второй раз ударить. Да, вот еще 207 ударило. Так, заблочили нас. Влад Дракула. Тоже застанили его, бедного. Слили. Ну, череп. Чем череп такой хорош? Тут просто очень охрененный урон. Благодаря тому, что суммируется урон от доспеха, урон от бастиона и процентуальный урон самого черепа. Ну, сейчас некрас его тут ушатает. Ну, гаргул по-своему хорош. Во-первых, он танк, у него жизни добавляется, его не так просто слить. Плюс урон, плюс точнее жизни становится на порядок выше. Ну и новая наша мега имба, которая просто вот так вот будет всех героев противника просто унижать. Это просто жесть, ребят. Вот ее сейчас Афина, единственный вариант, она быстро ее снесет было, да, видите. А так, ну, просто нереально. Да, вот так вот впечатление, конечно, от этого героя нового моря по сравнению с другими героями, это просто жесть. Что она делает? Что у нас тут 1253. В принципе, талант можно использовать с разными там чарами. То есть под этот талант подходит абсолютно все, потому что там многие
Чары увеличивают процентуальный урон, то есть получается у вас умножается урон на урон. В итоге у вас герой, блин, бьет немерено. Вот, например, как здесь с доспехом офигенный урон. То же самое у Гаргула. У меня стоит доспех. Тоже урон офигенный. Тут, конечно, стоит другая сборочка. Тут стоит победный выпад, тоже 25% к урону. Тут и слеплялка стоит, тут стоит доспех на ведьмы, я уже даже не помню, что стоит, пиромах стоит, поставил для теста на архидемоне. То есть талантик универсальный, если вы еще нарулите героям уклонение, там либо крит урон, крит удар, они просто будут бешеными дамагерами, и вряд ли кто-то просто против них сможет выстоять. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, на какой талант вам еще сделать обзор, на кого вообще делать вам обзоры, какие, может, вы хотите интересные обзоры увидеть на канале моем. Все, всем пока!